Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса, и сегодня я хочу сделать быструю запеканочку, рисовую запеканку с фаршем. У меня куриный фарш, ну просто у меня даже не куриный, у меня фарш индейки, из филе индейки. Ну, в общем, фарш, я думаю, можно использовать любой, фарш будет сырой, пережаривать его не надо. Рис у меня 100 грамм, я его промыла, потом 80 или 100 грамм сметаны у меня, полстакана у меня воды, зелень какая была, нарезала любую по вкусу, одно яйцо и сыр натерла грамм 100, ну уже 150 там, соль, перец по вкусу. Сейчас вот сразу начнем заводить все. Вот у меня фарш, фарш у меня здесь 300 грамм. Теперь мы сюда прям в этот фарш мы высыпаем рис. Все вместе. Вот здесь промыты 100 грамм риса. Сырого риса. Потому что будем потом запекать, он будет там напариваться. Так, дальше. Дальше вот какая была зелень. У меня здесь своя зелень, она немножко чуть пожелтела. Ну, ничего страшного, уже зелень отходит. Она еще до сих пор у меня есть в холодильнике. Это петрушка. Так, в общем, всю зелень добавляем, какая есть. Все сюда, все в кучку. Ничего не надо отдельно. Сейчас немножко размешаю, потом дальше будем. Сейчас яйцо взобью. Так, сейчас забьем яичко. Одно яйцо здесь. Так, вилочкой просто, чтобы взбить. Все. Теперь яйцо тоже сюда же. Так, значит, сюда мы перчик. Ну, перец по вкусу, как хотите. Печку включила. Форму достала. Все быстро, главное вот сейчас все в мясе. Сейчас будем уже заливку. Тут у меня сметана осталась и вода. Сейчас я их перемешаю и залью сюда же. И все опять так перемешаю и в общем все. Так, сейчас сметану вот здесь где-то 80-100 грамм положила. Можно сливки. У меня сливок не было, я использую сметану, 15% она. Я думаю, ничего страшного. В общем, главное, чтобы молочное было. Можно сливки 20% жирности побольше использовать, если хотите. Можно то и другое. Я сметану решила. Проще и дешевле. Так, и сюда вот 100 грамм воды. Сейчас все размешаем сметанку и туда же в мясо с рисом. Все, водичка.
Ну все, и сейчас все сюда выливаем. Так, выливаем. И на этом все. Сейчас все хорошо перемешиваем. И все, и форму. И будем запекать. Больше ничего не надо. Все очень просто. Сейчас вот все хорошо. Главное перемешать. Рис там сырой, он будет напариваться вместе с мясом. Главное хорошо все перемешать, чтобы все однородно было. Соль, перец, естественно, по вкусу, как хотите. Ну вот такая получилась жидкая такая масса. Это мясо сырое, рис, зелень и все вот тут приправы, какие хотите. Вот все готово. Вот взяла вот такую формочку. Я думаю, ее да будет достаточно. Все, и выливаем. Быстрая. И все, и пообедаем такой запеканкой. Я думаю, что нормально она и по калориям будет. Что у меня? Фарш у меня. Индейка или курица. Одно яйцо. Сметана или сливки тут всего. Если идет, так 100 грамм. Это немного. Вода. Рис полстакана. Прекрасно. Можете просто не досолить. Приправы. И будет диетическое блюдо. Когда соли уменьшите, главное, чтобы пересола не было. Соль вредна, поэтому... Все. Все разравниваем. В конце, правда, вот еще сыр будет. Ну, чтобы совсем диетическое, можно, конечно, сыра совсем чуть-чуть прям присыпать. Но я хорошо сыр посыплю потом. Скоро будет пост. У меня пост соблюдает муж, поэтому это все ему нельзя будет. Поэтому сейчас я использую на всю катушку сыр и сметану и все такое. Я-то буду кушать, а ему это все нельзя. Поэтому я его пока кормлю. Тут все, что можно. Стараюсь. Ну вот, я смотрю, она тоненькая, хорошая должна. Пропечь все хорошо. Вот самое то. Невысокая. Прекрасно. Все. Все хорошо. Ну все, сейчас поставим запекать эту запеканку. Будем смотреть, что получится. Так, ну вот я приготовила ее. Сейчас сыром посыплю. Она горячая вся. И все, еще раз запеку минут на 10. Ну, в общем, чтобы сыр весь растаял. И все, и она готова. Будем пробовать. Сыра сколько хотите. Хотите, чтобы было меньше калорий, совсем чуть-чуть сделайте. Я сделала, ну, нормально сыра. Ну, все. Теперь будем запекать. Так, ну, все, вот, пожалуйста. Вот, приготовила я свою запеканку. Вот так вот она получилась. Сейчас буду пробовать. Украсила зеленью. Болгарский перчик посыпала сверху. Я люблю все это свежее. Вот мой кусочек. Сейчас вам покажу. Вот. Видите? Вот тут мясо, рис, все запеклось. Вот. Все прекрасно. Посыпала зеленью. Сейчас будем пробовать. Сверху сыр. Ну, прекрасное блюдо получилось. Я сильно не досолила, у меня почти не солено. Прекрасно. Так что можно отнести это смело
блюду, которое диетическое. Смело. Просто немножко урезать сыра. Прям чуть покропить и все. А остальное все прекрасно подходит. Соли почти нет, так что хороший будет у нас обед дома. Ну все. Если кому понравилось это блюдо, пожалуйста, делайте, пробуйте. Всем приятного аппетита. Кушайте с удовольствием. Не поправляйтесь. Смотрите мои свежие видео с разными новыми рецептами. Всем пока-пока.